В общем, ребят, мы проснулись и улыбнулись. Сейчас мы пойдем на сеульскую моду. Это очень крутое мероприятие. Мы будем там первый раз. Здесь будет все очень круто. В общем, хотим показать наш район. Вот там сзади нас находится наш дом. Мы живем не в гостинице, а именно в дому. Здесь у нас какая-то детская площадка. Ребят, смотрите, как круто. Мы нашли кафешку в Ичими. Мы уже пришли на сеульскую моду. Здесь достаточно много народу. Вчера вообще никого не было, мы смотрели по сторис, сегодня очень много народу. Мне кажется, сегодня я не хотела, чтобы было много людей. Ладно, надо что, здесь много народу, потому что мы сюда пришли. Ладно, сейчас мы вообще заснимем. Здесь, получается, будет показ мод проходить, как я понимаю. Здесь очень много народу, также здесь очень много популярных моделей. Я заметила, что все в основном в черном. Все просто в черном, либо что-то типа с белым, или с другим цветом. Просто Black Star у нас по жизни. Ребят, мы находимся в Тандемуне, это меня прекрасный купец человека. Это чисто корейский стиль. Мы находимся в Тандемуне. Ваши впечатления о первом дне сеульской моды? Ну, это очень круто, я считаю, самое нереальное событие вообще корейское. Я рада, что я на нем побывала вообще. Мы очень много фотались. Просто. Мы вам аплодируем за то, что вы здесь. Фотаешься. Ты что-то говоришь, тебя фотают. Ты пьешь воду, тебя фотают. Ты знакомишься с людьми, тебя тоже фотают. Ребят, смотрите, мы только что встретились с Чимина из BTS. Пак Чимин! Happy birthday! У него прошел день рождения. Но он сейчас везде по всей Корее. А это наш любимый Тандемун. Как тебе люди, как тебе их образы? Нравится? Здесь очень много необычных образов, но также здесь очень много таких, как вы. В общем, просто обычно. Какая-нибудь юбочка, либо джинсы. Ну, в общем, вы увидите все на блоге. Вот. Больше, конечно, запоминаются люди, которые одеты необычно. И это много интереснее. Мы пришли в Латерию. Открыть? Я привыкла больше. Она тяжелая. Да. Только что поели местный фастфуд в Латерии. Если вы увидите ее на окрестностях где-нибудь, зайдите, поешьте там, в принципе, нормально. Также мы сейчас зашли и взяли Starbucks. В общем, нам отослали друзья штрих-код, чтобы мы по нему купили кофе. Но, короче, чувак не понял нас. Он начал спрашивать, типа, с собой вам, какой вам размер, 2 или 6. Мы друг друга не поняли, просто поугарали, и все, он забил на нас. Он нам дал с горем пополам вот это вот кофе, вот это вот американо, вот. С горем пополам, и все, мы просто ушли уже, такие бай-бай, просто убираем. Дай попробуем. А как тебе?
Ешь. Ребят, сегодня второй день в Корее. Мы идем на Seoul Fashion Week. Yeah. Вот. Сегодня мы вот в таких образах. Вот. У нас платья, кожанки. Вот. Ну, скоро все поближе увидеть, когда мы будем уже там гулять и радовать глаз людей. Смотрите, как красиво. Сюда пойдем? Обожаю корейские дома, потому что они нереально красивые. Ой, киса. Киса. Они на кис-кис не летают. В общем, ребят, мы немножко фотографировались, было очень забавно, даже познакомились с одним. А он такой милашный вкусняшка. Да, да, это было очень классно. Тут очень много людей, в принципе, как вчера. Ладно, могу даже показать. И уже идет показ мод. Мы сегодня пришли немножко позже, где-то 2 часа дня. Смотри, как классно. Короче, мы попадались с теми высокими парнями, которых мы здесь нашли. Это очень забавно, потому что они стесняются. Знаете, очень смешно, когда ты хочешь положить им руку на плечо, а плечо где-то вот здесь. Да. Такой, ладно, как будто себе на голову руку положишь, а не на плечо кому-то. Ладно, мне в принципе забавно и просто смешно и очень странно, потому что они стесняются. Втором мне тоже достаточно много людей, и я считаю, что ну, типа, каждый день приходят какие-то новые другие люди. Вот, больше, мне кажется, модели здесь. В общем, извините, нас опять прервали, потому что нас фотографировали. Нас фоткают. Мне кажется, здесь фотографов больше, чем самих участников. Вообще, сами участники могут здесь по 10 раз переодеваться. Знаете, забавно очень видеть знаменитого какого-то человека. И он так на тебя смотрит, как будто тебя знает. Ну, не его смотришь, но ты в любом случае знаешь. Вот. В общем, забавно. Хай. Чтобы фоткались, нам дали вот такие штучки, чтобы мы их сканировали и нашли свои фотки. Знаете, мне нравятся здесь местные фотографы, потому что они подсказывают, как тебе встать, куда тебе повернуться. Ну, не все, конечно, более профессиональные фотографы, они все, ну, все равно видят, как лучше картинка смотрится. А вот на улице ходят такие более любители, они такие... Просто ты можешь стоять и разговаривать, либо что-то есть, либо по телефону разговаривать, и они тебе будут просто фоткать и... Так, это фотки классные получаются. Самые хорошие фотки это живые фотки, когда вы более расслаблены, когда вам вообще пофиг, а не когда вы что-то целенаправленно делаете, и вы это сами по себе уже заметили. Вот. Блин, ну так мило то, что вот когда мы сейчас фотографировались, ставим вот фоточку с этим чуваком, который там работает. Вот, он нам помог там вещи, подержал, сказал, что делать надо. Поздоровался с нами. Мы с ним даже вот видео записали. Когда здесь ходишь, ты как-то переполняешься эмоциями, потому что очень много людей тебя окружает, тебя фотографируют. И очень быстро время. Да, это очень мило. Это очень круто на самом деле. Как бы я считаю, это забавно. В общем, ребят, мы уже пофоткались, одели новые серьги, одели пиджаки, потому что... Очень не кожанка, потому что стало очень да, холодно. Да, это очень странно, потому что вчера была нереальная жара, да? В общем, все очень круто, нам понравилось. Придем сюда еще раз обязательно, завтра. Да, это сериал очень интересно и, блин, ну, так
клево, на самом деле, с людьми общаешься, фотографируешься, просто гуляешь, и это классно. В общем, ребят, мы немножко прогулялись, тут, получается, сам показ мод проходит, и тут уже даже собралась очередь, тут, походу, у кассы, не знаю, короче. А, ну, смотри, в этом, либо это просто вход туда. Вообще, тут недорого стоит, но не знаю, стоит ли туда идти или нет, потому что, в принципе, все показывают на большом экране, и мы и так, в принципе, все видели, и пока фотографируешься, время очень быстро проходит, к тебе все липнут, встают. Ну, нет, все равно люди есть, людей очень много. Людей много.